Всем привет, с вами канал Маркоша ТВ. И сегодня я в больнице, я лежу на профи. Ну пока никто не вижу, можешь я вам ответить, можешь деловая. На электрофорезе. Всем привет, с вами Самоец, и вот я уже пришла с больницы. Мне помимо парафина и электрофореза был еще массаж, но на массаже как-то не особо получилось снимать. Вот я уже позавтракала, и я уже скоро буду выезжать на квест, у меня, повторюсь еще раз, 12:30. И я вам хочу сказать опять же огромное спасибо, что у нас такая уже огромная семья, она становится все больше и больше. И мы с Маргулевым безумно благодарны. Да? Скажи спасибо. Вот. У нее, кстати, тут уже начинает беленько проявляться на макушке. Вот. И у нее почему-то ушки не хотят вставать. Хотя и всего 3 месяца. Думаю, к 4 они уже встанут. Мы ее с мамой собираемся подстричь 30 августа, перед тем, как мы будем уезжать. Мне уже будет 4 месяца, и уже, в принципе, можно будет. Папа с ней еще потюха, да? Еще я рада, что у меня закончилась больница, потому что каждый раз мне ставили уколы перед тем, как я уходила домой. И я пила таблетки, которые я сейчас до сих пор пью, потому что я дохаживаю на больницу, на массаж и на электрофорез. В понедельник еще раз будет последний раз, повторяюсь. И мы потом после квеста заедем на этот ЖД вокзал за разрешением выезда из Литвы. Марго все так внимательно слушает. Она покушала, теперь спит. Марго, кстати, лечит. У меня была мозоль, она такая лежит. Она маленькая, уже понимает, что надо лечить. Да, Маргулечка? Я безумно люблю мою собаку. Кто бы тоже хотел понять Маргулю, напишите в комментариях. Такая шерстка у нее, кстати, длинная. Прям вообще. У нее, кстати, появился такой красивый ошейник. Этими дырочками, можно сказать. Мы с Маргулей красотворили, но мы с вами пока что прощаемся. И скоро увидимся, да? Скажи, Маргуля, пока. Ну вот я уже сделала себе кудри. Да, их чуть-чуть причесала, а то они прям вообще сильно завитые были. Ну вот, я уже сейчас буду садиться в машину. Кстати, вы можете мне написать в комментариях, хотят мне такие кудри или нет. Ну, мы, наверное, встретимся уже, когда мы будем в городе. Ну, а пока что до встречи. Уже едем в такси. Тут невыносимо жарко, и вот нет, Женя, ним, привет, она именинница, исполняется 13 лет. 13 лет это самый крутой возраст, потому что, как по мне, ты уже довольно-таки взрослый, но при этом ты можешь смотреть детские мультики без загрязнения совести. Ну да, а мне в этом году будет 14 лет, и я уже буду получать паспорт. Правда, я не успею оформить документы, потому что я уезжаю в Калининград. Скорее всего, я получу на месяц позже, или даже на 2. Ребята, вы не представляете, как это вообще ужасно. Во-первых, невыносимо жарко, во-вторых, невыносимо жуткие пробки. Мы хотя бы открыли вот окно, пробки вообще жутчайшие. Вот. Как по мне, Красноярск король пробок в Сибири, наверное, но это не точно. Я бы ни за что не согласилась жить в Красноярске. Да.
Хорошо, что мы живем в Сосновоборске. Там такого не происходит. Я, если что, в очках. Потому что мне слепит в глаза солнце. Кому интересно, у меня день рождения 12 августа. Ты уже сказала? Да. И, кстати, будем на моей днюхе в квесте реалити. Не только я и Рита, но еще мой двоюродный брат Левка, вы его потом увидите. Если он, конечно, согласится на то, что попадет в Рите на видео. Да, есть там вообще разрешать снимать. А есть вероятность, что Лёва откажется, потому что... Ну, потому что я бы отказалась, если бы я тебя не знала. Ну, да. Жене, кстати, очень идет эта прическа. Я очень люблю такую прическу. Я себя в ней почему-то чувствую Tumblr Girl. А теперь translate in Russian. Так, кстати, нужно окно все-таки открыть. Мне не надо, и так слышно. И так он кожу дерет. Ладно. Окей. Переведи translate in Russian, что значит твоя прическа по-русски. Перепишу, хочешь? Чего я не понимала, еще что-то сказала. Ну, короче, как будет по-русски твоя прическа? А я могу сказать, как будет моя прическа. Точнее, мои волосы. My hair is very good. My hair is very good. Все. Ну, короче, такие вот шишечки. Да. Ну, короче, мы сейчас едем в соседнее село на дискотеку. Едем в соседнее село на дискотеку. Блин, тут реально очень жарко. Ага. Ладно, увидимся на квесте, в квест-комнате будет. Кстати, он идет 1:15. Да. Но думаю, мы управимся раньше. Надеюсь. Реалити квест. Что, чё? Становитесь. Ну, не могли найти. С карими глазами. Улыбочка. Можете рукой по рукой помахать, как-то так или так. Или бряк. Реалити квест. Дядькова. Ладно. Кстати, мам, дай, пожалуйста, телефон, а вы чувствуете селфи на моем месте. Сейчас, подожди, мне надо же Лёвке перезвонить. Красиво. Россия. А, еще 34 минуты. Видео или фото? Фотку. А где твоя кликса? А, точно. Рита. Рит, подожди, я сейчас кое-что сделаю. Одну прикольную штуку, которая поможет сделать наши селфи еще круче. Да. Зашли. Ну, давай. Давай. Ну, такой тут фон. Давайте вас на фоне с Женей сфотою. Улыбайся, чиз. Тихо. Сейчас я еще выше поднимусь. Давайте. Рит, ну выпрямись. О, все, пойдемте. Ну вот, мы уже пришли, ждем. Буду видеть вас в нашем... Это замученная Рита.
ключик. А вот мы уже с Женей вышли из квеста. Играемся со спиннерами, мы поменялись со спиннерами. Вот. К сожалению, снимать там. К сожалению, снимать не разрешили. Да, спиннер — это зависимая вещь. Пожалуйста, не покупайте спиннеры, иначе попробуйте собрать от них информацию. Хотя, кого это предупреждение сейчас когда-нибудь установит, Андреем Рахманинским. Знаете, квест действительно крутой, правда, он средней сложности, но если вы когда-нибудь захотите в Красноярске пойти на реалити-квест, обязательно идите в квест-компанию «В ловушке». Они это реально классный квест, который мы посетили. Просто кипят мозги, и вообще очень круто, да, Рейли? Да. Ты вообще в камеру смотреть будешь? Да, особенно фотографироваться там не я, потому что якобы могут разгадать там, догадаться, как там все проходить. Но мне кажется, там все равно очень классно, очень интересно, все запутано, головоломки вообще крутые и очень вообще здорово. И, правда, мы прошли не весь квест, но вообще-то нам сказать, что для первого раза это довольно неплохой результат. Да, потому что половина сами, половина с помощью. Да. Мы ставим этому квесту большущий лайк. Да, лайк. Вот на этом фоне мы выходились в начале. Ну все, давайте, пока, поехали. Я только недавно узнала, что там внутри можно перейти. Я выходила на улицу. Фонтан еще не работает. Я такая познакомилась. И, короче, потом мы начали это с тобой общаться уже как-то. Что, приехали на ЖД? Да. Вот, да. Вот смотри. В общем, мы приехали на ЖД вокзал. Сейчас будем... Кушать и решать. Самое главное — кушать. Жрать. Выступайте. Что-то фонтан не работает. Вы любите покушать, я люблю. Какое мороженка. Вон фонтан работает. Пошли к фонтану, там классно прохладно. Да мы лучше сразу в помещение пойдем. Ну да, так проще будет. РЖД. Ничего не видишь. Не знаю. Что придумать? Ну что будет? Ну куриные наггетсы, если я точно закажу. Ну они там вкусные. Я буду фанту, картошку фри и чем-нибудь еще. А я, наверное, буду спрайт, съем куриные наггетсы и либо картошку фри, либо какой-нибудь там... Да, это уже гамбургер. Вчера я ела чизбургер. Заходи, Настя. Мама, тебе там уже... За документами, чтобы забрать их. Сейчас бежим. Короче, бежим. Все, получила я билеты. Точнее, разрешение до Калининграда. И все, бегу к Ритке с качками. Просто, слава богу, что нам одобрили разрешение. Это было бы печально, если бы нам не разрешили выехать оттуда сюда, из Калининграда. Поэтому бежим. Бегу. Да все, уже тут, в принципе, ты пришла. Хорошо, что все рядом. Вот и все. И пришли. И все. Все, сейчас. Вот он. Биг Йорк. Там Ритка сидит. Приятного аппетита. Спасибо.
Давай, Женя, загадывай. Так. Ой, тихо. Сняла? Блин, Гося, сейчас надо... Всем привет, вот я и дома уже. Около своего подъезда у меня уже развелись скутеры, как будто их и не было. Мы еще завтра же не пойдем в террасу, да, отмечивать ее день рождения. На самом деле все было очень круто, ее мама испекла офигенный торт. Мне он очень понравился, ставлю ему здоровенный лайк. Но если же вам понравился этот влог, то не забывайте подписываться на мой канал и поставить лайки. Кстати, у меня теперь для вас будет возможность больше снимать влоги, челленджи и тому подобное. На самом деле, Рита и канал Маргоша ТВ. Всем удачи и всем пока-пока.